Мелисса Памук, турецкая модель и киноактриса. В юности девушка и не думала о том, что прославится благодаря съемкам, кинолентах и многосерийных фильмах. У Мелиссы была довольно обычная жизнь, ничем не отличающаяся от ее сверстников. Кардинальные изменения в ее биографии произошли после того, как Памук смогла одержать победу в конкурсе красоты. Участие в конкурсе помогло девушке приобрести уверенность в себе и попробовать свои силы в мире киноискусства. Сегодня ее знают многие люди, которым нравится смотреть турецкие киноленты. Что касается ее личной жизни, после съемок фильма «Черная любовь» к нашей героине пришла настоящая известность, но есть и обратная сторона популярности. Памук рассталась с актером Талгас Ала спустя 10 лет совместных отношений. В апреле 2019 года Мелисса начала встречаться с футболистом клуба «Бешикташ» Агусханом Озякубом. Девушка постоянно занимается спортом, также увлекается восточными единоборствами, свободно владеет голландским, германским, британским и французским языками. За прекрасную внешность ее называют самой красивой женщиной в мире. В скором времени любители турецкого кинематографа ждут новой встречи со столь замечательной актрисой.